мы любим Приднестровье, и 32 года, я не могу сказать, что юный возраст. На минуточку уже растет второе поколение, да, то есть это уже не юный возраст. А что касается вот этих всех геополитических катастроф и течений, которые мы пережили, ну, наверное, какому-то государству Европы хватит на 3 века, понимаете? Вот, что, с точки зрения стресса и каких-либо, так сказать, вот этих вот... Потрясений таких. Да, потрясений, да, событий. Событийности очень много. Приднестровский народ живет в крайне сложных ситуациях в начале войны, потом агрессии, потом каких-то экономических блокад, ущемлений, какого-то насилия, каких-то терактов. Но мы сохранили себя. Мы не прогнулись, не упали, не растворились. Мы сохранили и создали приднестровский народ. Мы уважаем людей всех национальностей, всем воздаем должное, развиваем языки по желанию, литературу, историю. Базовые принципы сохранения идентичности каждой национальности приднестровского народа. За 32 года мы построили свой кластер, промышленный кластер. Мы создали свою экономику, свою денежную единицу, свою банковскую систему. У нас есть свое образование. Дошкольное, школьное, высшее, среднеспециальное. Мы создаем рабочие места. У нас есть система дуального образования. Ну и, конечно же, мир на нашей земле. Это тоже достижение. И даже в этих сложнейших условиях мы сохраняем мир. Мы не поддаемся на провокации. Мы развиваемся и живем. И будем жить. Приднестровский народ уничтожить невозможно. Невозможно. С этим надо смириться и признать Приднестровье.